День единого приема граждан пройдет в Карелии в субботу, 12 октября. В этот раз к министерствам и ведомствам, которые традиционно принимают жителей республики, присоединится Управление Федеральной налоговой службы. Глава Карелии Артур Парфенчиков проведет прием жителей Лагденпохского района, а члены правительства и республиканские министры выйдут в остальные районы Карелии. Напоминаем, что для участия в личном приеме заявителю необходимо будет предъявить паспорт гражданина России и желательно заранее записаться на прием. Те, кто обратится без записи, выслушают в конце очереди. Прием граждан официально проходит с 11 до 18 часов, но по принципу до последнего заявителя.